А мне две девяточки, одну из них большую. Номер 6 с соусом. Номер 7. 2 45-х номера, один из них с сыром и большой напиток с содой. Ах, это номер 9. Номер 9 лордж. Номер 6 лордж. Number 7, 2 number 45, one with cheese and a large soda. Йоу, ты хочешь выучить новые движения? Конечно. Да ты просто сопляк, подключай сначала своему мозгу. Кто сопляк? Ну-ка давай проверимся, блин. Слышь. Ну и кто из нас теперь сопляк? Да я просто супер, блин. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас 1 июня, День защиты детей. Хотя эта игра не для детей, конечно, GTA San Andreas, вторая серия, но я не знаю, что нам такое записать можно-то в День защиты детей. Но я открыл свой новый канал, называется Максимадзе для детей. Я там, короче, не знаю когда, но буду, короче, детские игры иногда какие-нибудь снимать. Но там я не буду ничего комментировать, это будет видео без комментариев. Всякие там какие-нибудь, я думаю, что-нибудь такое придумаем, короче. И, в общем, завтра у меня день рождения, я планирую стрим сделать. Надеюсь, там будет народу побольше, чем в прошлом году. Но мой друг, тоже известный ютубер с канала «Чего хочу, то врачу», подписывайтесь на этот канал, кстати, если вы такой не знаете. Очень классный канал. «Чего хочу, то и врачу» называется. Там розовый логотип канала. Подписывайтесь, реально классные видео делает. Короче, мы продолжаем играть в GTA San Andreas, и нам, может, кто-то уже звонит. Карл, это офицер Эрнандес. Кто? Офицер Эрнандес. Я работаю с Темпини и Пуласки. А, это ты? Говно, какое тебе черт надо? Слышь, паренек, давай-ка поуважительней с полицейским. Отвали от чертного. Ты тон смени, а? Теперь слушай, офицер Темпини просил тебе передать о том, что даже тебе нельзя пытаться сбежать из города. Мы за тобой наблюдаем. Ой, как скажешь. Офицер Эрнандес. Единственное место, где можно голос у Эрнандеса услышать, только по телефону. Ладно, короче, куда нам можно направиться? Только к свиту. Автокафе. Райдер. Ты чего это? Уважение, красавчик. Как и деньги, надо заработать. Ты хочешь сказать, ты меня не уважаешь? Нет, я хочу сказать, брателло, говори громче. Жрать охота! А, что за дела, да? На одном хлебе не прожить. Пробовал уже. Худой ты какой-то, СиДжей. Да уж, голодный, небось. Будьте жрать. Может, тако? Опять тако. Курицу не обсуждается. Я хочу курицу. Нет, я не хочу курицу. Давай, СиДжей, за руль. Этот. Биг Шот, короче, едем туда. Пожрать охота нам всем. Нам всем надо поговорить, им нужен был свит. С чего ты взял? Сам знаешь, как бывает. Вроде бы все ясно. Я ничего не понимаю. Страх в глаза велики. Так говорили, что там видели зеленый какой-то сейбер. Автомобиль. Вообще, это мы пол Сантос уже говорим. Клакин Белл, точнее, не Бикш. Что будете заказывать? Карл, ты что будешь? Надо жрать побольше. Я возьму девяточку, жердяй. Я тоже возьму девяточку, так же, как он. А я возьму номер 6 с соусом. А мне две девяточки, одну из них большую. Номер 6 с соусом. Номер 7. 2
два 45-х номера, один из них с сыром и большой напиток соды. А не слишком ли много будет, а? Эй, извини, братан, ты же понимаешь, надо выяснить про маму. Да, я знаю, Сиджей, я знаю. Просто стараюсь об этом не думать, вот и все. Да, я даже не знал, что ее подстрелили, пока сам не видел. Да, хорош, давайте уже жрать, наконец-то. Секундочку, а мы что, жрать прямо здесь, что ли, будем? Может, до дома доедем? Нет, я же не хочу ждать, пока жратва остынет. Я из мусорки жратву не ем никогда. Смотри, там из тачки. Палец. Блин, Райдер, ты глазастый мужик. Ложись. Стреляй, давай. Дави на газ, надо им дать жару. Эй, Биг Смоук, а ты чего не стреляешь? Когда я ем, я глухнем. Да ты кончай набивать свой желудок, а? Надо застрелить их. Отвалите от меня, какой сэндвич вкусный. Да кончай ты жрать, надо завалить этих балосов. Я жру. Ну они нас убить хотят. Стреляй давай, Смоук. А, я картошку доедаю. Мой соус. Блин, ну ты все кетчупом уделал. Не, пофигу вообще, я занят. Мои чистые штаны, блин, были. Сиджей, следи за дорогой. Успокойся, это тебе не выходной по городу кататься. Убейте его. А, ладно, я сам его раздавлю. Фух, вот это здорово, блин, было. Теперь лохи из балансов здоровьем рисковать не станут. Ну, пожрал хоть хорошо. Ну ты жирная скотина, а? В следующий раз вали их, а то я тебя завалю, блин. Плюс в пользу Гроу стрелит. Чего, Смоук? Ты только и сделал, что жрачку себе запихивал. Но она же остывала. Сойди и хлопай. Нет, простите, мне надо домой. Сиджей, ты меня подбросишь? Ладно, Смоук, поехали. Всем до свидания. Как у тебя дела-то вообще? Слышь, не есть жратва, я у всех полный напряг. На тебя все шипят, когда ты в полной заднице. Чё? Да ничего. Так, отступление реалическое. Ты чё съехал-то с Гроу-стрит, а? Да мне тут бабосов от тёти осталось немного. Но Гроу в моем сердце будет всегда. Там моя братва. Окей, хорошо. Спасибо, Карл, мне тебя очень не хватало. Спасибо, друг, вот бы Свит бы так считал. Он, к сожалению, не нарочно, он еще не может пережить смерть своей матери. Расслабься, братан. Да, хорошенько пожрали сейчас вообще. Но вот это вот с Биг Смоуком, как он жрать хотел, вот это вот реально угарчик. Вот так вот. Ах, это number nine, Lord. Number 6, let's do it. Number 7, 2 number 45, one with cheese and a large soda. Да ладно, еще что еще? Yeah. Да. Сиджей, это Свит. В чем дело? Если ты не будешь уважать свое тело, никто не будет уважать тебя. Ты слишком худой, тебе надо нарастить мышцу. Если бы я хотел, чтобы мне капали на мозги, я бы купил бы себе что угодно. Да, ведь главное это фасад и авторитет. Я хожу в спортзал в паре кварталов от Гроу-стрит. Иди и сам подкачайся немного, а то какой из тебя, блин, гангстер-то? Ладно, окей. Если хотите повысить выносливость, нарастить мускулы и так далее, загляните в спортзалы. Посетим, да, посетим.
Ну давайте съездим в спортзал, почему бы и нет? Он тут рядом совсем. Йоу, ты хочешь выучить новые движения? Конечно. Да ты просто сопляк, подкачай сначала своему мозгу. Кто сопляк? Ну-ка давай проверимся, блин. Слышь. Ну и кто из нас теперь сопляк? Я, похоже, сильнее тебя, блин. Ой, да ладно, я тут двоих сейчас этих перебью еще. Я сейчас и этих тоже перебью. Всех. Ох ты ж. Скотина. Да я просто супер, блин. А ты чего не выходишь на тропу войны? Стоишь тут, болеешь, когда они уже давно... упали, блин. Ну, ладно, давайте немного позанимаемся, что ли. Давайте сразу, давайте пятерочку сразу. О, нет, терпеть не могу вот так щелкать кнопочки. Давайте до 500 дойдем. Ой, какое красивое число денег у меня, 666. Я просто дьявол, я завалил всех в спортзале. Чё бы мне не повезло-то так, а? Да все, хватит. О, вот это по-нашему. Отведай-ка силушки богатырской. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну давай же. Ну давай, чувак. Нарасти себе мышцу. Восемь. Девять. Десять. Хорош. Еще давай. Потяжелее давай. Вот третий уровень, 36 килограмм. Надо с этого начинать хотя бы. Ну же, как тебя поднять? Раз. Два. Блин, это немного потяжелее. Три. Ай, короче, ну ее нафиг. Наверное, я слишком тяжелый вес взял. Ладно, хватит тут заниматься. Это все уже. Это просто жир. Снимает. А жиру надо бы побольше нам. Дай сюда тачку. Офигенная тачка. Ух, ладно, давайте отправляемся на следующее задание, если оно, конечно, сейчас доступно. Давайте спрячем эту тачку в гараж. Пригодится, наверное. Шмотки, автоматы Калашникова. Дай-ка мне 15, лошарик. Сейчас запишу. Ты чё завелся, толстяк? Тебя никто не накалывает. Как жизнь? Что вы делаете? Кто выигрывает? Все, задолбался играть я в эту фигню. Что у нас со стволами-то, а? Было кое-что раньше, но сейчас нифига не осталось. И что будем делать, если нас баллы остановят?
Как Эммет? Эммет, реальные пацаны ходят с маками. Калашников там и все такое. А у Эммета шиш с маслом. Просто у нас нет таких источников, будем довольствоваться тем, что есть. Эммет из семьи из... У нас с ними натянуты отношения, я тебя отведу к нему. Давай, погнали. Откуда у тебя эта тачка тут стоит? Я ее что-то тут не видел. А что случилось с нашими семьями-то? Ну, жизнь такая штука. Севель проникнули. Temple Drive. Зло поражает зло. И так вообще везде. Понимаешь, чувак? Ну, надо по-нормальному на это все смотреть. Блин, откуда я знал, что он так выскочит? Блин, а как я тут проеду, если тут полицейский? Я сейчас врежусь в полицейского и... Все. И ничем это хорошим не кончится. Вот наш парень, пошли. Кто в меня стрелял? Вам чего? Эй, папаша, спокойно, остынь. Ты же сын Беверли Джонсон, да? Брайан, ты разве не умер? Нет, Эммет, я не Брайан, я Карл. Жаль, что с Беверли так получилось. Поэтому мы и здесь, сэр. Мы хотим разобраться с теми, кто это сделал. Ну что ж, вы тогда по адресу. Выбирайте, что вам нравится. Черт, откуда у тебя барахла-то столько, а? На самом-то деле его там не так уж и много. Сдохни, маленький дебил, Баллас! Я из одного выстрела. Мама могла бы тобой гордиться. Черт, да я лучший. Был и буду. Ой, да ладно, я с одного выстрела каждую бутылку раздолбашу. Да, мы на улице других и не держали. Лови пулю! И ты задницу с ушами, и ты тоже хочешь? Глаз за глазом. Я всяко избранный. Спецагент Смоук собственной персоной. Сидя? Я на контрол поставил, на контроле удобнее поставить. Присаживаться. Я тобой просто горжусь. Используй ручное наведение, выстрели в бак машины. Пиу! Да ты реально суровый мужик. Но запомни мои слова, чувак, сила внутри тебя. Он дело говорит. Я думал, ты в Либерти размякнет. Давай смотреть, короче. Еще увидимся. Свистните только. За что стволы брали не у меня, окей? Запомните, где Эммет, там пушки. У меня весь товар, что надо. Я верно служу обществу уже 30 с хреном лет. Старик совсем спятил. Давай ты поведешь. Музеи пушки-то поновее будут. Куда двигаем? Я бесил совсем. Закинь меня домой, окей? Странно только почему... Странно все это. Почему дом Биг Смоука находится на территории Балласов? Если он... Если Биг Смоук из банды Гроу Стрит, то почему Балласы не поджигают, не обстреливают его дом? Странно все это. Ну, те, кто проходил GTA San Andreas, наверняка знают... Какие дальнейшие последствия будут? Спасибо, Си-Джей. Мы еще увидимся. Пока, Биг Смоук.
Говорим? Мне казалось, ты нас представляешь. Что ты имеешь в виду? Поправь, если я не прав, но похоже, ты снова принадлежишь банде Гроув Стрит. Я уже сказал, что да. Ну что-то я на тебе не видел соответствующую одежду. Нужно, чтобы это все носили зеленую одежду. Надо, тебя будут уважать только... Ладно, окей, я лоханулся, я еще этим не озаботился. За углом от спортзала в Гэнтоне есть магазин Бинко. Отправляйся и купи себе шмотки зеленого цвета. Ладно, поехали в магазинчик. Только перед этим я хочу пожрать. Пиццы. Пиццы хочу пожрать. Я обожаю просто пиццу, особенно пепперони. Да вы что? Давайте еще. Давайте что-нибудь получше. Вот это уже получше. И колбаса, и пицца, и сыр. Все, что я люблю. Ну, сыр без всего я, конечно, не люблю. Потому что это не прикольно. А, стоп. Я не туда поворачиваю. Так, ну давайте купим себе что-нибудь зелененькое. Встаньте на метку, чтобы примерить новые шмотки, блин. Любой предмет, который ты купишь, будет у тебя в гардеробе дома. Так, что тут? Зеленая куртка с капюшоном. Вот это, наверное. Да, вот это мне нравится. Это мне нравится. Ну и штанишки, конечно, тоже себе возьмем. Ноги. Ноги. Да. Здрасте. А вот и я. Тра-там. Тра-та-та. Хотите подпрыгну? Круто. Короче, теперь есть два варианта. Ехать к Свиту или к Биг Смоуку. Давайте сначала закончим все задания Свита. Обстрел из машины. Я вожу не хуже диджея, я тебе говорю. О, как сам, братан. Слышь, ты что-то там про меня сказал, а? Да, ты воешь как лох. Чем ты вообще вернулся, только СиДжей? Езжай сюда, езжай туда. Да не нервничай ты, ё-моё. Это без обид, но водила из твоей фиговой, конечно. Спасибо, ничего больше не говори. Ты на редкость неплохо шмаляешь, кореш. Пойдешь на дело с дробовиком, а? Покажи СиДжею, как надо. Знаешь, ты прав. СиДжей, садись за руль. У него глюки уже пошли, блин. Постреляем, братан, а мы куда вообще едем? Район Баллас под названием как-то там. Ну ты, наверное, в курсе.
Смотри, не страдай фигней за рулем. Да из меня отличные водилы, хватит критиковать меня, блин. Вот баллосы. Готовы? Конечно. Карл, веди машину, а мы не будем стрелять. Слышь, что говорит? Только не въедь не в дерево и все такое. Если тачка заглохнет, то мы, нам конец. И давай, Смоук, в этот раз не жри, а стреляй. Мы их порвали, СиДжей. Надо еще немного, блин. А, повреждений там много. Уже. Обстреливайте их, обстреливайте. Блин, таксист еще этот. Так, главное, чтобы у нас хватило еще. Что, давайте я их порву просто. Будем валить их, да? Просто я хочу не навредить своей тачке. И просто как можно скорее раздавить всех. Черт побери, нас разыскивают полицейские, надо спрятаться. Надо что-то предпринять. Ой. Едем скорее, надо в автомастерскую заехать и там перекрасить тачку, чтобы нас никто, блин, нафиг не узнал. Давай, давай, быстрее, быстрее, езжай. Тут рядом совсем она. Странно, что даже если нас копы видят, то мы можем заехать сюда. А вот в GTA 4 это исправили. Если нас видят копы, то уже нельзя будет от них спрятаться в автомастерской. Поэтому если полицейских очень много, то... то будет не так-то просто от них скрыться. Да не слушай ты, Райдер, ты сегодня хорошо поработал. Ты с Гроу-стрит и Баллас, это теперь знаю. Так что смотри, аккуратней, СиДжей. Да, конечно, конечно, ты знаешь. Увидимся позже. На, держи, купи себе пивка. Да, у нас целых три варианта. Это Свит, Райдер, Биг Смоук. Ладно. Это мы уже будем, короче... в следующей серии... выбирать. А пока что всем спасибо за просмотр. С вас лайкос и подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал и группу ВКонтакте. Всем пока.